Глава Чувашии Михаил Игнатьев встретился с председателем Общественной палаты Чувашской республики Алексеем Судленковым. Связующее звено между гражданским обществом и властью. Общественная палата Чувашии решает широкий круг вопросов. Ее новый состав работает около 3 месяцев, и результаты уже видны. За это время было действительно много объяснений граждан. Люди, которые обращались по тем или иным вопросам, это связано было и с аварийным жильем, и жилищно-коммунальным хозяйством. Мы всегда реагировали. Мы работали плотно с администрациями тех территорий и городов, получали от них разъяснения по тем или иным вопросам. Ни одну просьбу граждан, которые к нам обращались, мы неудовлетворенно не оставили. Глава Чувашии Михаил Игнатьев отметил, что данная структура выступает как эффективный общественный регулятор и способствует взаимодействию между населением республики и органами власти.